Юные детеныши выдры осваиваются в новом доме. Смотрители зоопарка Честера на днях переселили мать и ее многочисленное потомство в открытый вольер и представили публике. Детенышам 10 недель, но имена им пока не придумали. На фото, опубликованных администрацией питомника, выдра окунает своих отпрысков в пруд и учит нырять. Восточная бескоктная выдра – самая маленькая в мире. Этот вид обитает в мангровых и пресноводных болотах в различных частях Азии – от Индии до Китая и Филиппин.